Здравствуйте, Валерий. Это видео про ваш объектив с установленным байонетом для Nikon одуванчика наушников. Вот он объективчик. Бленда откручивается. И фильтр ультрафиолетовый тоже. Все это в комплекте, и бленда, и фильтр, и передняя крышка. Все механизмы работают мягенько, диафрагма. Очень аккуратно используйте одуванчик. Совмещаем четвертый слева или второй справа контакт с белой точкой на камере. Поворачиваем против часовой стрелки. Вот смотрите, например, стоит диафрагма 4,5 здесь. И ее же выставляем на объективе. Соответственно, пока нет попадание в фокус, кнопка затвора не сработает. Вот фокус попали, кнопка затвора срабатывает. Если у вас включен, сейчас не ловит где-то там контрастный объект. Если у вас включен звуковой сигнал, будет еще и звуковое подтверждение по выбранной точке. Пользуйтесь объективом очень аккуратно, и он вас не разочарует. Как я и говорил, в комплекте я даю вам родной его байонет и даже паспорт, который у меня тоже в комплекте к этому объективу, и мягкий чехол. Сейчас я это все упакую и отнесу на новую почту. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.